части, я думаю, что поставлю что-то внутрь, там стол для творчества, там что-то рисовать, там также какие-то принадлежности могут находиться. Напротив, шкаф и кровать. Так Светлана планирует расставить вещи в своей новой квартире, которую получила от государства. Даже не верится, вот, если честно, до сих пор еще какое-то такое вот. Как будто это я просто приехала куда-то, посмотрела и все. Вот. Ну, прям вот вообще как какое-то волшебство. Напомним, 29-летняя жительница Барнаула, сирота Светлана Крюкова, вынуждена была оплачивать с пенсии по инвалидности комнату, которая слабо соответствовала нормам доступной среды. Светлана – колясочник с врожденным генетическим заболеванием. Когда подошла ее очередь на получение жилья, девушка приехала в предлагаемую квартиру, но не смогла туда попасть. Квартира находилась на 9-м этаже, а лифт ходит только до 8-го. Тот вариант пришлось отклонить. Спустя 2 месяца Светлана дождалась квартиру с учетом ее особенностей. Ключи ей вручали с почестями. С момента первой публикации информации о нарушении ваших прав прокурором Алтайского края была поставлена на контроль ситуация, связанная с защитой ваших нарушенных жилищных прав. Полностью контролировали этот вопрос, отреагировали внесением представления в адрес регионального жилищного управления, добились предоставления вам жилого помещения, оборудованного с учетом особенностей вашего состояния здоровья. Мы вас поздравляем. Спасибо. Желаем вам всего самого хорошего в новом месте. Имейте цветы. Квартиру на 1-м этаже в удобном для Светланы районе действительно приспособили специально для нее. Расширили проемы, убрали пороги, розетки и выключатели расположили на нужном уровне. Кухонный стол и раковину опустили ниже. И даже сделали дверь-купе в санузел. Доступ к ванне есть. Идеально просто по размеру и все, и по низменности все. Так же, как и к туалету. К унитазу есть ручка для этого, использовать, чтобы можно было. Условия для проживания отличные, говорит довольная хозяйка. И, конечно, они кардинально отличаются от предыдущей квартиры. Мы обязаны были Светлане Леонидовне предложить, то есть это жилье, которое у нас было закуплено и зарегистрировано в собственности Алтайского края. Очередность подошла, это была просто обыкновенная формальность. Мы предложили, она отказалась, мы увидели и, в принципе, не открестились, так скажем, да. То есть вы утверждаете, что вы не знали об ее особенностях здоровья? Нет, то есть в суде у нас не было в решении суда сказано об этом. Мы только увидели, когда, в принципе, вручали это уведомление на квартиру. Около 9 лет, пока я училась, пока работала, пока там где-то колесила, где-то искала место жительства, вот, не было возможности элементарно даже, ну, пройти медицину, все, ну, медосмотры, все такое необходимое. Вот. А сейчас у меня это появилась возможность, и вошло это в контроль. Вот. И сказали, жить буду. День, когда ей вручили ключи от собственной квартиры, Светлана никогда не забудет. А еще девушки пообещали предоставить коляску и ежемесячно поставлять необходимые медицинские изделия. Перевозка под окном, красота. А там чаем, на кухне чаем. Свет, швабру выбросишь? Нет, там мой талисман. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.